Про Паганини. Значит, вот в чем суть. Суть Паганини заключается не в виртуозности как таковой, вот не виртуозности как самоцели, а в том, что у него один инструмент, одна скрипка звучит как несколько, как оркестр. Вот это то, что я нашел в своем исследовании его музыки, его личности. Знаете, хочу сказать, я уже, наверное, про это говорил, что в 16-м году я занялся его капризами. Для тех, кто не знает, каприз – это не каприз, это каприз от слова капричо итальянского. Это такие маленькие пьесы для скрипки соло, то есть скрипка без сопровождения. Так вот, это, я считаю, такие штуки, которые... Ну, я думаю, что это одно из лучших вообще, что создано в мировой музыке. То есть эти маленькие произведения, которые длятся по 2-3 минуты, они, во-первых, вот, а ты одно из них, если ты играешь, хотя бы одно из них ты играешь как надо, то ты уже король. Просто, во-первых. Во-вторых, они звучат как оркестр. Ну вот так вот, вот кратко я про это уже говорю. Суть Паганини в том, что вообще он любил выступать один на сцене. То, что он один. То есть одна скрипка, скрипка без сопровождения. Это первое. А второе, что, значит, сейчас скажу, подождите. Сейчас. Первое, это что скрипка без сопровождения. Второе, меня вылетело из головы, что я хотел сказать. Вылетело. Ну, да, вот второе, что я сам думаю, вот, что вот эти его маленькие пьесы, эти капризы, они сродни музыке AC/DC. Вот как хотите. Или Led Zeppelin. Когда я услышал вот это, то, что Джимми Пейдж говорит, шепот, переходящий в грохот, вот это как раз именно про то. Поэтому, собственно говоря, могу похвастаться, что этим материалом я владею. И, в общем-то, после эпохи блогерства, ну как блогерство, блогерство — это у меня отдельная совершенно стезя, которая вообще с этим не связана. Даже как писательство. Писательство не связано никак со скрипкой. Блогерство никак не связано со скрипкой и с писательством, в свою очередь. Но это предстоит, то есть мне нужно как-то донести это, как вот, как оно есть, как я это вижу, как я это слышу, как я это сделал, до публики. А там уж, как говорится, видно будет. Так что в плане финансов, дорогие друзья, все весьма туманно.